Господин Новосел, поддержите короткий несколько срок Медведева, Андрей Анатольевич. Вашим бессмертным подвигом. Наш Россий, наш президент. Выдающийся военачальник России, господин Новоселов, поддержал второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Курс самой прогрессивной передовой. Партия «Единая Россия», наша Россия. Партия «Единая Россия». Ваш, наша сила, право и честь. Людочка, господин Новоселов поддержал. Правляем. Ура, победа! Ну ладно, все, да, один кадр. Спасибо вам. Поздравляю с высшими наградами. Медведева, Бондарчука, Огошкову. Спасибо вам. Лучшего МВД в мире. Спасибо. Бессмертный ваш подвиг. Спасибо. 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 Призываем всех россиян дружно неотвратно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Лидмича Медведева, Владимировича Кунина, Александра, Мария Владимировна, Екатерина Кунина, Сергей Сергеевич Сабенко, Единая Россия, Левитина, Огошкина, Огошкова, Нургалиева, наша Россия, наша Федерация, ваша сила, право честь. Васька, благословите второй президентский срок Медведева Дмитрия Анатольевича, высшие награды Медведева Дмитрия Анатольевича, Светлана Владимировна, Леонидовича Медведева, Владимировича Путина, Александра Мария Владимировна, Кирилла Путина, Патриарху Кириллу Собянину, Сергею Семеновичу, партии «Единая Россия». Руки, деньги, срок Медведев. Благословите. Спасибо, батюшка. Спасибо, батюшка. Святости икон, которыми было как раз снято последнее ересь, было утверждено торжество православия. Я вас поздравляю с этим светлым праздником, радостным нам, который дает нам веру и укрепляет ее, помня о том, что спасение лежит через веру. Аминь. Еще раз вас всех с праздником. Помоги вам Господь. Пойдем. Вы все молились на службе, сильнее укрепившееся мнение. Второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны, Ильича Медведева, Владимир Путин, Людмилы Санны, Марии Владимировны, Екатерины Владимир Путина, для Сергея Семеновича Собянина, патриарха Кирилла, для всех высший смысл партии «Единая Россия», высший смысл и цель единения. Мы, Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремовна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Стелла Владимировна, Ненадя Ольга Татьяна, выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Многотысячные форумы все регионы России поддержали. Об этом мы создали самый лучший в мире фильм газету «Сайт». Медведев, Путин, мировые лидеры, все россияне дружно и единогласно говорят «да» второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, для самого прогрессивного передового курса Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны, Ильи Дмитриевича Медведева, Владимира Путина, Людмилы Александровны, Марии Владимировны, Екатерины Владимировны Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия». На предстоящих выборах президентских победит второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. На предстоящих выборах Госдумы победит партия «Единая Россия». Курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильи Дмитриевича Медведева, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Сергей Семенович Собянин, партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, ваша сила, право, честь.
наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. У вас, уважаемый господин президент России, верховного командующего вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Александр Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Путин, Сергей Семенович Собянин, патриарх Кирилл, партия «Единая Россия», поддержка всенародная. Дмитрия Анатольевича Медведева на второй президентский срок всем миром избрать. Дмитрия Анатольевича Медведева всем миром поддержать. За вас мы уважаем господин президент России, верховного командующего вооруженными силами России Дмитрия Анатольевича Медведева. Все россияне дружно, единогласно идем голосовать. И мы, Нестеру Метлицкий, идем голосовать. Волеизъявление народное. Снежинки летят. Желаем всех россиян дружно, голосовать. Как раз я тебя, предупреждение было. Ты там вот в Москве или к вам же отнесли. Сегодня в день поклонной недели Великого Поста мы тоже есть близко со всеми россиянами возносим молитвы за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс апрессивных рядовых Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевича Медведева, Владимир Путин, Александр, Марию Владимировну, Сергею Семеновну, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла. Поздравляю вас с триумфальной победой на выборах президента, предстоящих еще второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, благодарю на предстоящих выборах Думы, просто самых сильных президентов Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевича Медведева, Владимир Путин, Александр, Марию Владимировну, партии «Единая Россия». Поздравляю вас с высшими наградами, орденами, медалями, с высшими мировыми рекордами фестиваля «Слава и честь России». Пришли все мировые кинозвезды, кинематографические образы, Шварценеггер, Софи Лорен. Наш фестиваль благодаря вам произошел, благодаря вашим выдающимся портретам, живописным, художественным. Произошли такие фестивали, как Голливуд, Канны, Берлинский. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право, честь, любовь, уважение, вещание, благодарность к вам, творческую группу, Нестер Муклистов, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Федорович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, Татьяна Ольга Геннадьевна, Марина, со всеми россиянами, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. Вас, мой уважаемый господин президент России, верховного командующего вооруженными силами России Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Александр, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Сергей Семенович Собянин, Его Святейшество Патриарх Московской России Кирилл, партия «Единая Россия», поддержка всенародная. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляю! Все высшие награды 32-го международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александру, Владимиру Екатерине, Владимиру Путину. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим наших друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом! Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческой группы «Нестер Метлицкий», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного передового Дмитрия
Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия» призывает всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. За такую самую прогрессивную передовую Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, гласная сила, право и честь. Поздравляем вас с наступившим новым 2011 годом. Мы назвали главным человеком эпохи года на планете, главным победителем, главными героями России и всей планеты, лауреатами фестиваля славы и честь России, главным человеком эпохи года на планете 2011-2010-столетия, главный герой России и всей планеты Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Людмила Ильича Медведева, Владимировича Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, его святейшего патриарха Московского, вся Россия, Кирилла Сергея Семеновича Собянина, Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фракова, Шойгу, Фурсенко, Голику, Грефа, Кудрина, Набиуллину, Грызлова, Мирона, Володина, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Много счастья вам желаю. Заседи. Хорошо, нет? Хорошо. Получилось. Леночка, целуй меня. Пошли. Давай, Вильки до вас, Лена. Давай. Лена и Людмила. Прекрасное новогоднее поздравление, обращение гражданам России. Дмитрий Анатольевич Гулян, господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Дмитрий Анатольевич Медведева. Слава! Ура! 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 Победа на века! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро под бой курантов уйдет в историю 2010 год. И вместе с ним первое десятилетие нынешнего века. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. И для всей страны. Мы будем вместе строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. Прекрасно. У нас богатая и древняя история. Но дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми. Прекрасно. Теперь от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. В стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа. Где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Прекрасно. Дорогие друзья, у новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческой группы «Несен Медведский», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна. Мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», призывая всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за такую самую прогрессивную передовую Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Столетие.